На площади 8000 квадратных метров ведутся ремонтные работы. Помещения будут перепрофилированы под учебные аудитории, лаборатории, конференц-залы, переговорные комнаты и офисные помещения для IT-компаний. Стоимость работ составляет порядка 2 миллионов леев. Эти средства были выделены из бюджета Гагаузии. В целом, суммарная стоимость проекта 100 тысяч леев. IT-отрасль является одним из самых динамично развивающихся секторов национальной экономики. Как отметил заместитель премьер-министра по цифровому развитию Юрия Цуркана, со стороны центральных властей будет оказана всесторонняя помощь для развития не только центра, но и регионов. Моя миссия сегодня изучить планы автономии, понять, какие модели выстраиваются здесь, какой потенциал IT-сектора есть здесь, и вместе с главой автономии, вместе с другими коллегами, которые могут посодействовать, чтобы мы вышли к тем финансовым учреждениям, которые могут нам обеспечить довольно бурное развитие этой отрасли. Ряд компаний уже готовы разместиться на третьем и четвертом этажах IT-диджитал-хаба. Также уже разработан брендбук и визуализация всего IT-диджитал-хаба. Зинаида Канца, Сергей Георгиев, Алексей Герчугер, Т. Новости.